Добрый день, друзья. Представляем ваше внимание порты 2012 года. В нормальном состоянии. Двигатель работает хорошо. Сейчас сделаем маленький круговой обзор. Пожалуйста. Машина находится в Южной Корее, в городе Инчон. Портер 2 2012 года. Механика. Вот в таком состоянии он. Двигатель работает нормально. Сейчас посмотрим, что у нас по салону. Вот такой салон. Кузов. И номер, пожалуйста. Подъемники. Аудиосистема работает. Кондиционер работает. Работает. Обогрев зеркал, обогрев сиденья, мультируль. Есть USB. Подъемники работают. Вот такая машина. Спасибо за внимание. Обращайтесь.